все открываем. Откройте дверь в течение минуты, будем ломать. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска во взаимодействии со следователями следственной части Следственного управления Управления МВД России по Приморскому краю при силовой поддержке коллег из Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией на территории Владивостока и вовлечении в противоправную деятельность женщин. Интимные услуги за денежное вознаграждение оказывались в помещении бывшей сауны, расположенной на улице Русской во Владивостоке. Незаконный бизнес организовали 39-летние сожители, а в качестве администратора интим-салона они привлекли свою 63-летнюю знакомую. Платные услуги интимного характера оказывали как минимум три девушки – россиянка и уроженки одной из республик Средней Азии. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, деятельность притона пресечена. Участники преступной схемы задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение в занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Тружениц интим-салона сотрудники полиции привлекли к административной ответственности за занятие проституцией, а иностранных еще и за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены для рассмотрения в Советский районный суд города Владивостока.